дня усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Цього року літній відпочинок трохи забарився, але незважаючи на усі прикрі обставини, він повинен бути вдалим, найкращим для вас. Отож, як же ретельніше підготуватись до літнього відпочинку? Саме з цим питанням ми звернулись до Вікторії Сухіної, керівниці туристичної агенції. Я знаю, пані Вікторія, що ви цього року вже все розвідали, дізналися і знаєте точно, куди краще їхати відпочивати і які країни нас приймають, наскільки добре і усе про відпочинок цього року. Тож, як же насправді, що відбувається зараз? Добрий день. Да, мы полетели. В конце концов, наши границы открыты. Нас готовы принимать страны, такие как Турция, Албания, Черногория, Греция. Вот уже начинает 16 числа лететь. Египет. Эти страны уже ждут нас с распростертыми руками. За нами соскучились. Первый рейс у нас стартовал 1 числа. Нас встречали там с цветами, с шариками. Летели мы в Турцию. Довгоочікувані туристи нарешті. Да, ну, турки были нам очень рады. Хотя европейцы к ним прилетели немного раньше, такие как немцы, итальянцы, они прилетели чуть раньше. Но нам они были, ну, прям очень рады. Видимо, мы просто щедрые, добрые, позитивные туристы. Так. Да, так что Турция готова очень нас любить. С приводу того, які є зараз захисні засоби, особи, щось, можливо, потрібно маски чи там захисні рукавички. Що треба відпочивальникам за кордоном і взагалі які правила зараз з приводу карантину? Конечно, естественно, все защитні способи і средства, да, как бы антисептики для рук, маски противовірусні, это от начала захода в аэропорт і, собственно, до того моменту, як человек поселился в номер. В аэропорту человек находится в маске, антисептики находятся, как и в аэропорту, ну и люди, конечно, при себе тоже их имеют. В самолете есть антисептики, кто, ну, вдруг забыл маску, ему в аэропорту выдают бесплатную. Точно так же по прилету в аэропорту Анталии, Бодрума тоже антисептики практически через каждые 100 метров на каждой стойке, вот касса, стойка просто, и там же антисептики бесплатные. Заходите, руки обрабатываете, вот сколько надо, сколько чувствуете, столько и обрабатываете. Сколько знаете, что вот что-то руки грязноватые, можете везде найти антисептик. В аэропорту до момента посадки в самолет вы в маске, в самолете вы тоже в маске. Единственный момент, конечно, кому-то может быть дышать тяжеловато в маске, то можно будет ее немного приспускать с разрешения стюардессы. По выходу из самолета, по прибытию тоже человек находится в маске. По заходу на контроль таможенный, он обрабатывает, делают скрины температурного режима, как у нас в аэропортах, так и у них. И при посадке в сам самолет то же самое, делается скрин температурный. Стюардесса при посадке в самолет, она указывает на места. Сейчас нету такого, как бы, какого хочешь, выбрал место, куда захотел, туда и сел. Стюардесса показывает именно, как располагаться в самолете, в зависимости от вашего посадочного билета, садят через место. Ну, чтобы не сидели поблизу, да, так? Друг, але с другом люди не сидят. Если люди, это родина, то если семья, да, если это дети, то, конечно, естественно, мама с ребенком сядет вместе. Если это муж и жена, пара взрослых, их могут посадить не вместе, а могут посадить вместе через сиденье. Смотря какой самолет, как расположены сиденья, есть двухрядные, трехрядные, смотря какой уже будет самолет модели. Так. В аэропорту Турции то же самое. Все стоят в очереди друг от друга на расстоянии определенном, где-то около метра. Проходят паспортный контроль, подходят к стойке встречающего оператора. И точно так же их сопровождает гид в автобус и также рассаживает. Не друг с другом, а через сиденье. Но это не касается, конечно, маленьких детей. Мамы с детками сидят вместе. Точно так же они приезжают в отель. На входе в отель им делают скрин, температурный скрин. Все становятся возле стойки регистрации.
также через метр регистрируются и уже всех развозят и разводят сопровождающие по номерам. И все, уже в номере можно расслабиться, снять маску. Там тоже есть антисептик, принять душ и собираться на море. По отелю можно ходить без маски. Только обслуживающий персонал ходит в масках, ну и полностью в перчатках, в масках полностью экипирован. А туристы просто так можно відпочивати і не вдягати маску. Да, да. По отелю, только когда вы выходите за отель и идете ли в супермаркет, это, конечно, обязательно, маска обязательно. Насправді ж дуже буде спекотно в цих країнах в період літній, так, і звичайно носити маску, коли буде вже там 40+, наприклад, так, температура, то, мабуть, буде дуже важко. Ну да, конечно, это тяжело, скажу, ну, когда уже свикаєшся, в самолёте есть кондиционер, там, ну, не так жарко, да, в автобусе, который везет в аэропорт, ну, или не в аэропорт, а в гостиницу, тоже есть кондиционер, уже не так жарко, да, а по территории самой гостиницы маску можно не одевать. Ну, так, на море можете теж знімати, відпочивати. Везде, ну, да, вот нормально. Как бы то, что на территории гостиницы, вы просто везде без маски. С приводу кількості відпочивальників, їх більше, ніж завжди, чи так само, чи менше? Сейчас уже наполняются активно. Активно наполняется, так как все наши туристы соскучились, конечно же, за полетами, и практически каждый день самолеты заполняются меньше, чем за сутки. Вот, как бы за один рабочий день самолет заполнен полностью. З приводу того, як замовити заздалегідь, якщо людина вже хоче зараз, то, в принципі, у неї є можливості. Конечно. Все це зробити, так? Оформити усі документи, так, да, належним так. чином. Що потрібно, окрім звичайних наборів документів, що ще цього року вимагають? В принципі, по документам нічого нету того, чего бы человек должен был делать бы сам, да, идти или же в больницу, брать какие-то справки. Есть страховка от ковид. Она добавилась в цену тура, и, в принципе, у нас была страховка просто медицинская, теперь у нас еще плюс страховка от ковид и страховка от невыезда, если вдруг какой-то форс-мажор. У випадку, якщо в людини, наприклад, більша температура, вища, я маю на увазі, так, ніж необхідно, так, ніж зазначено. Що тоді? Чи є? Если у человека температура на территории нашей Украины еще, прибыв только в аэропорт, у него температура высокая. Его могут не допустить к полету, естественно, пока не сделают тест на ковид. Ну, как правило, если это Киев, тест делается быстро. Если это чартеры нашего города Запорожья, да, то не уверена, да, что тесты там есть сейчас и сию минуту. Хотя, в принципе, обязаны быть. Не было просто еще пока такого случая, чтобы... Ну, чтобы можно было сказать, как это будет диета. Они уверяют, что тест на ковиды у них есть в определенном количестве, и всегда можно пройти. Потому что человек может перегреться на солнышке, у него поднялась температура, там аллергическая какая-то реакция, температура, это не обязательно именно ну, звичайно, вирус, звичайно, да. Так. Поэтому они делают экспресс-тест, и если как бы все нормально и не подтвержден ковид, то, в принципе, человек садится в самолет. Садится в самолет, летит, и там же тоже, если у него есть температура, ему тоже делают экспресс-тест. А, еще один? Да, конечно, если, ну, там он проходит границу, у него меряют, и если там видят, что температура еще не опустилась, и еще она, как бы, может, человек давление как-то плохо переносит, там тоже делают экспресс-тест, и если ничего нет, никаких подозрений, то его изолируют на сутки. И делают уже более глубокий, что именно, чтобы как бы ему сбить температуру, что именно, какой именно у него диагноз ставят, это уже в Турции. Если именно в Турции человек имеет, вот прям гулял, было все нормально, а потом температура. Точно так же его изолируют, делают ему тест на ковид, если это не подтвержденный вирус, ну, его лечат в режиме... Ну, звичайно, так, як це необхідно. Да, а якщо, наприклад, підтвердився вже діагноз і тест показав, що є у людини ковід, то що тоді? Если, естественно, на нашей территории, его отправляют в обсервацию. Да? Так, если это на территории в Турции, его лечат. Там, да, так? Там страховка от ковид покрывает абсолютно полностью лечение на территории Турции. Его изолируют.
отдельно от всех отдыхающих помещают в больницу и лечат согласно страховке, которая у него есть. Угу, так, ну це може перевищувати той термін, запланований на відпочинок. Да, да, може конечно. Ну, у каждого болезнь так, протекает по-своєму, поэтому да, это может. Такі нюанси треба було дізнатись, з'ясувати обов'язково, бо люди, які зараз їдуть, вони повинні враховувати усі обставини, які можуть бути. І на території тієї країни, яка приймає, і на нашій території теж обов'язково. З приводу того, як же відбувається харчування в готелях, чи воно десь запаковано окремо, чи це можна в звичайному доступі все це брати. Ну, тобто, як насправді з цим питанням? Питання так і осталось all-inclusive. Довго думали, як може його зробити іменно по меню з індивідуальним обслуговуванням, але все-таки оставили all-inclusive. Єдине, що доработали столові, ну, рестораны, доработали стеклами, все блюда теперь стоят за стеклом и накрыты пленкой. Так просто каждый, кто хочет прийти, не может. Да, он просто дает тарелку, и, либо же это обслуживающий персонал насыпает им то, что предпочитает турист, либо же он открывает сам, ну вот стекло не полностью закрыто, открывает сам, наложил и закрыл. Допустим, хлебобулочные изделия все, они все запакованы в таких вот индивидуальных, да, индивидуальных кулечках. Люди выбирают, какие хочешь, и берут. Они все запакованы. Также запакована посуда, именно приборы. Вилки, ножи, они имеют индивидуальную упаковку. Це дуже добре. І можна бути спокійним, що безпечно відпочивши, ви прийдете додому, повернетеся, все буде добре. З приводу дітей, ось чи є обмеження? Я маю на увазі, що діти з дорослими, так само, як раніше, чи мають вони можливість ходити по готелю до 14 років, як у нас, наприклад, є заборона. Діти до 14 років повинні бути у супроводі дорослих обов'язково. Чи є там так само? По отелю нет, потому что по отелю передвигаются в режимі отдыха. Если ребенку до там, 14 лет, ну 12, он может побежать сам взять себе воды, он может это сделать и без родителей по отелю. Это только, что, только на территории отеля. Если же, конечно же, вышел турист за территорию отеля, конечно, только в сопровождении взрослого, никак иначе. Ну, так повинно бути завжди, але про всяк випадок треба пам'ятати, що... Ну, просто сам ребенок в супермаркет побіжати не може, тому що його попросила мама. Так, ну, за дітьми треба дивитися особливо зараз, звичайно. З приводу того, які ще країни приймають нас, приймають активно, чи десь вам вдалося ще побувати? Була я в Турції. Трехдневном рекламном туре, ну, для того, чтобы посмотреть, какие отели, как они нас встречают, как принимают, какие они теперь чистенькие, убранные. Даже те отели, которые там 3 звезды мы раньше не рекомендовали, потому что они уже были достаточно изношены. Сейчас они починены, блестят, и даже, я вам хочу сказать, сервис намного улучшился, ну, наверное, потому что обслуживающий персонал соскучился за туристами, и они делают свою работу намного качественней, намного улыбчивей, доброжелательней. Мы им еще не, вообще не надоели уже, не скучали за нас. Треба поспешити, так? Бо да, під кінець сезону може бути інша ситуація. Пока у них настроение все-таки радушное, надо поспешить, да. Албания нас готова принимать. Правда, вылеты имеются только с Киева, что, конечно, не всегда удобно именно людям, живущим в нашем регионе. Турция отправляется из Запорожья, из Днепропетровска, из Киева, из Харькова. Греция нас готова 16 числа принимать. Долго думали, долго изучали наш сейчас вирусное состояние в нашей стране, но, в принципе, дали согласие. Кипр нас готов принимать, Черногория уже улетела, ну и Египет. Угу. Египет теж, конечно, так? Теж думали, якийсь час був такий, так? Шарм-эль-Шейх очень-очень доволен и счастлив, пока не открыта только Хургада. Хургада еще не открыта, а Шарм-эль-Шейх уже принимает. Ну и наостанок, пані Вікторія, скажіть, будь ласка, як же потрібно готуватися, я маю на увазі, ретельніше, можливо, цього року, що треба врахувати, чого не можна забути ні в якому разі вдома і зробити так, щоб ваш відпочинок все ж був вдалим? Ну, с первого, с чего начну, хотела очень об этом сказать. Надо самому собирать чемодан,
потому что в нынешних правилах в аэропорту, когда вы сдаете чемодан в багаж, вас обязательно спрашивают, сами ли вы собирали чемодан и что находится у вас внутри чемодана. И это надо знать и рассказать без сучка и задоринки. Ага. Этого не экзамен. Было. Да, такой экзамен по сбору чемодана. Естественно, как бы выбрать... отследить как бы момент своего здоровья, да, если человек очень подвержен солнечным ударам, вот этот момент надо отследить за своим здоровьем, потому что, конечно же, не хотелось бы даже задерживаться на час, на два или на сутки, а не дай бог вообще не пустили в самолет, это, естественно, тот форс-мажор, когда будут и деньги пропадать, и настроение испорчено. Ну и хорошее настроение с собой в дорогу, ну и терпение, терпение посидеть в маске, обязательно слушаться весь персонал и в аэропорту, не противоречить, не высказывать, что вот я так не хочу, потому что все это ради нашего общего здоровья, ради нашего общего блага, чтобы мы все четко, синхронно отдыхали и наслаждались жизнью, а не решали вічні проблеми. Как бы так, пані Вікторія, але ж, ну, от знаєте, є такі люди, є такі туристи-відпочивальники, які все ж бачать якісь проблеми, ну, можливо, десь там кран тече, чи там, я не знаю, може не подобається, як помили там щось, так? Ну, є такі люди, яким не догодиш, як то кажуть. Ну, як би, завжди знайдуть причину, де вискати недовольство. Ну, я вам хочу сказати, я посетила около 20-25 отелей, которые готовы были нас принимать, скажу, что все краны на данный момент подчинены, ничего нигде не подтекает, все прям, ну я вам скажу, просто прям привели евроремонт, хотя бы даже косметически сделали на высшем уровне, поэтому, ну даже если где-то подтекает кран, конечно же, оперативно сейчас на ресепшн в отелях реагируют на какие-то недовольства туристов, дабы и дальше видеть их туристами в своей стране. Поэтому, конечно, без нервов звонить на ресепшн, если что-то где-то не работает или вдруг, ну мало ли, обязательно сказать о проблеме и придут. Все будет вырешено, даже для прискіпливих туристов. Зараз складаются обставины, складаются дуже позитивно. Я так зрозуміла, що треба пробувати цього року, не боятися. Ну, найголовніше – це просто підготуватись ретельно і ваш відпочинок вдасться. Да. Главное, чтобы сам собирал чемодан, сдал этот первовходящий экзамен на борт самолета, ну и все, и хорошее настроение, да, и все будет хорошо, все будет очень хорошо. Нас готовы там видеть, нас там, оказывается, очень любили и любят, поэтому скучали, по ним видно. Пані Вікторія, дякую. Насправді, дивлячись на вашу посмішку, розумієш, що все буде точно супер, все буде дуже добре, і відпочинок вдасться за будь-яких обставин, і насправді дуже добре, що є ті країни, які готові приймати нас. Можна відпочити і тут, в Україні, а можна кудись поїхати. Насправді треба тільки обирати гарний настрій і їхати лише з ним. Це точно. Спокійно, врівноважено і на позитиві. Ну, звісно, якщо ми будемо спокійні і веселі, ніякий ковід нам не страшен. Ось хочеться завершити на цій ноті. Дуже дякую вам, що прийшли сьогодні до нашої студії. Будемо чекати вас ще. Спасибо, я так сподіваюся, що розкажете обов'язково про ті тури, які чекають на нас усіх. А ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.